Ставь лайк за 3 секунды, если любишь мороженое. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Димка и Пелемешка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва автоугонщиков». Здорово, ребята! Всем привет, ребят! Итак, друзья, сегодня мы втроем прибыли для вас записывать новенькую серию по шоу «Битва автоугонщиков» в GTA 5. И сегодня, друзья, у нас намечается нереально крутая серия, потому что сегодня мы прибыли в Сэнди Шорс. Именно здесь сегодня мы втроем и поиграем в «Битву автоугонщиков» в GTA 5. Давайте вкратце расскажу о правилах этого классненького шоу. Прямо сейчас мы с ребятами сделаем друг для друга по 6 рандомных тачек. Потом их спрячем в этой зоне, то есть во всем Сэнди Шорс, вот получается вот здесь. А потом должны будем их найти и угнать друг у друга. Сравните, кого их больше, кого они круче, и пройти испытание. Ставьте лайки, давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. И также не забывайте подписываться на канал и на Телеграм. Там вся информация о стримах и много-много другое. А мы готовимся к первому раунду. Погнали! Итак, друзья, прямо сейчас я создам 6 рандомных тачек для Димона и для Пельмешки, которые я и спрячу. Поехали. Первая тачка, это не считается, это вообще лодка. Так, первая тачка у меня — это багги вот такая, это прикольно. Вторая машина — это военный хаммер. Это реально классно, потому что он прямо для этой местности идеальный. Он сливается буквально вот, ну, с песком, это круто очень. Идем дальше, это Ford GT, третья тачка. А идем дальше, это Mercedes. Потом у нас вот, вот такой вот Volkswagen, неплохо. И последняя тачка — это Pontiac. Ну, в принципе, у меня здесь есть что выпало. Прикольный Мерс быстрый, быстрый Ford GT. Две тачки для оффроуда и две такие вот старенькие тачки. Тачки мы создали, давайте мы их спрячем. Итак, друзья, первую тачку я поставлю внутрь этого отеля, в этом вот месте, запаркую. Это у нас Pontiac. Вторую машину, ребята, это у нас получается такой вот старенький Volkswagen. Я запаркую максимально интересно именно за этой вот стеной. Идем дальше. Mercedes очень прикольный, очень быстрый. Я запаркую вот прямо вот таким вот, ребята, образом. Идем дальше. Ford GT. Я хочу запарковать вот в этих бетонных блоках впереди, которые находятся. То есть так вот мы, ребята, аккуратненько сейчас залетаем. Оставим тачку здесь. И буквально вот чуть-чуть мы опускаем тачку в текстуре, чтобы не было видно крышу. Вот таким получается образом. Тачку мы запарковали. Идем дальше. Военный хаммер, друзья. Я думаю, что запаркую максимально неочевидно, а именно вот таким вот образом. Просто в кустах, но он реально сливается с местностью. Поэтому оставим тачку здесь. И, наконец-то, последнюю тачку на сегодня. Это у нас багги. Вот такая прикольная. Давайте, я думаю, что запаркую ее, наверное, ну, в принципе, в обычном месте. Да, я думаю, что оставлю я ее вот таким вот, ребята, образом. Ну вот, давайте запаркуемся в итоге вот здесь прямо. Окей. Все машины мы спрятали и полетели искать тачки Димки и Пельмешки. Окей, друзья, у нас есть ровно 12 минут, тачки мы спрятали, поэтому желаю всем удачки, поехали! Разлетаемся в разные стороны, ребят. Ну что же, рассказывайте, пацаны, какие тачки-то ставили сегодня? Хорошие? Нет? Ну тихо, чё вы вдвоём-то? Прекрасно. А рассказывайте, какой цвет вообще? Ой, я что-то зеленое вижу. Тоже вижу. Зеленый прятал. Зеленое. Значит, мой нашел. Блин, я прикинь, первым прыжком врезался в крышу, блин, ты понимаешь, самое тупое, блин. Ну я, да, я хорошо тоже врезался, но получается, я удержался. Пельмеха ставила зеленые, окей, Димка, какие ты ставил, расскажи, пожалуйста. А я вроде бы золотые. Золотые? Только не золотые, золотые нифига же не видно, я помню, 100% по твоим. Или красные. А, ну красные еще ладно, красные или еще белые. Можно. Но я белый тоже пойдет. Ладно, короче, на самом деле у меня сегодня есть желтые тачки для вас. Вот, но одна из них, она, ну, не желтого цвета. Она, точнее говоря, близко к желтому, но не желтого. Нашел вторую, точнее первую свою. Да, это неплохо. Это Нобл нашел я тоже зелененький. Это тачка Пельмехи, если не ошибаюсь. Это хорошо, да-да-да. Короче, мы здесь снимали тоже втроем с Пельмехой и с Юрцом. Мы снимали буквально вот недавно относительно. И так получилось то, что мы нашли быстренько тачки Пельмехи и тачки... Мои, получается. А Юркины не нашли вообще почти. То есть там их там, ну, реально, не находили мы много тачек Юрца. И в итоге он без машин остался, потому что все его остались, короче. А так и надо, правильно.
Ладненько, короче. Видит прядать жестко. Получается, что у меня одна тачка, у Димка вторую пока везет, а у Пельмехи пока по нулям. Правильно я понимаю, да, Пельмех? Так, нашел что-то. О, что нашел, рассказывай. Желтое, какое там, желтое какое там? Что такое? Какое? Какое? Это, нет, это не залазит. Не залазит? Что-то нашел, во что нельзя сесть, что ли, да, или что такое, Пельмех? Тебе помочь могу? О, я нашел перевернутую тачку. Мерс перевернутый, прямо он. Чего? А, это красно-белый Мерс. Кто ставил красно-белый Мерс, Брабас? А, Пельмехи? Ямал наваливает, ты об этом... Чего? Ты знал об этом, что он наваливает, как сумасшедший? Да. Да, ты знал? Нет. А что за Мерс? Я не пойму, может, я видел его? Чего? Это, я знаю этот Мерс, но он... Нашел желтую. Он переделанный какой-то. Я тебе отвечаю. Канамыч это... я нашел. А, Канамыч, неплохо. Ты потом глянь под капотком Мерседеса же, офигеть, что за тачка такая. Окей, интересная. Сейчас что такое, Пельмех? Пельмень сейчас до сих пор не может что-то там сделать. Не получается что-то сделать, да, Пельмех? Я пытаюсь достать, что тут. Что там? А, это Ниссан. Во, все. Ниссан достал? Хорошо, хорош, хорош. Так, ладно. Красный Ниссан. А, у Димки красные, получается, все-таки тачки. Хорошо. Да, да, да. То золотые, чего? Золотые, говорит. А, ну, я знаю этот Мерс, а чего он под капотом? Да, под капотом, глянь, сколько там скорости у него, 312. Ты видишь? Ой-ой-ой. Ну, не был таким. Хороший, кстати, Мерс. Да? Ну, ага. Кстати, да, да, да. Там я нашел, короче, Мерс, который вот сейчас, ну, привез на базу. Там он не был таким, ребята, он изменился у нас как-то. Понял, что случилось? Что случилось? Я взорвался. А, ты взорвался? А, минус тачка у Пельмехи. Ладно, шучу. Восстанавливай, короче. Ладно, интересненько. Так, здесь... а что получается? Нужно найти 6, тогда ты точно выиграешь, да? Да. А вы нашли мой Мерс, да? Такой желтый. Нашли. Ой. Желтый Мерс находили мой? Так, ладно, я пока, короче, езжу еще, осматриваю все, что можно. Пока две тачки у меня всего лишь, но... Ой, я зеленую нашел. Да хорош. Мне только, да, знаешь, что меня смущает? Короче, а, что нашел? Красная. Это Феррари, что ли, какая-то? Что это? Она внутри стояла здесь, получается. Ага, отличненько, красная Феррари. Короче, Пельмеха у нас потихонечку, ну, учится играть в автоугонщики, вот. Потихонечку нычки там учит и так далее. Поэтому я думаю, что скоро с ним будет реально тяжело играть в эту рубрику. Потому что пока мы с Димон находим, но потом Пельмеха включится в поиски и будет тачки быстренько-быстренько. Извини меня, пёсель. Будет быстренько тачки находить. А что, кто поставил Мерс? Ой, Ниссан. О, мне колесо пробили. А кто поставил красный Ниссан там вдалеке? Это вот тот, который взорвался. А, это я понял, да. Это, Димка, у тебя вот 4 тачки получается? Серьезно? Да. Че надо? Я не могу ехать, что за приколы? Да отстань ты от меня, я к тебе это без претензий вообще, поехал дальше. Ладненько, прошло почти 5 минут, и, ребята, тачки мы пока находим вполне себе уверенно сегодня. Поэтому, ну, у меня есть парочку прикольных нычек для вас, поэтому посмотрим, как быстро вы их найдете, или же, может быть, даже не найдете. Это мы посмотрим и проверим, скажем так, буквально вот уже скоро. Вот, но любопытненько. Ну, пока мы вроде бы... Их быстро найти можно, только вот я... Слушай, зеленые тоже, да и как бы красные тоже, поэтому... Ну, пока мы красные меньше всех нашли, вы понимаете? Это самый главный прикол. Нашел. Что это такое? Это Audi RS-очка. Audi RS-очка, не успеешь, забей, не успеешь. Не успеешь, я тебя видел. Да, отличненько. Ребят, давайте мы сделаем так. В комментариях помогайте искать тачки, которые я проезжаю, пропускаю и не угоняю в режиме онлайн, скажем так, да. Просто в комментариях, тайм-кодики, пишите тачек, которые проезжаю мимо и не угоняю. Итак, пока мы с Димкой по 5 как бы угнали, а Пельмеха только одну, да? Но у меня здесь найдены уже, получается, что осталось 2 зеленые тачки. А нет, одна осталась зеленая тачка, да, если что. И осталось... Сколько? 4 мои. 4 мои и 3 Димкины остались. Угу. Ну, у меня, в принципе, уже 5 есть. Желтую нашел. Желтую нашел. 3. Ага. Да, 3 осталось моих. А что нашел, рассказывай. Volkswagen старенький. Volkswagen старенький, я тебя понял. Хорошо, да, хорошо. Да, Сис Томас, да. Так, ладно, на самом деле, я вот думаю, на самом деле, где я еще сегодня не смотрел, и тачки, где сегодня еще не находил. Много где, на самом деле, потому что... Здесь все тоже может быть в тачках, по сути. Мне бы хотя бы еще бы одну, и как бы уже было бы неплохо. Ну, честно, честное слово, здесь пусто. Это пусто. Так, но мне бы
В принципе, либо Димкин, либо тачку Пельмехи найти. Вот тут, честно, ребята, не особо не важно, чью, я но... проехал одно место, но я не скажу, где я был, но ничего не нашел, к сожалению. Серьезно? Слово совсем? Так, а никто не ставил, Димон, GTA-шную, типа, эту Ниву, которая замененка, не ставил? Ты случайно, скажи, пожалуйста. Нет, да? Нет, хорошо. Я не знаю. В смысле, не знаешь? Я не знаю. В смысле, ты не знаешь? Скажи, ставил или не ставил? Всяко в нашей жизни бывает, как говорится. Просто здесь Нива стоит, но, ну-ка, короче, исчезнет. Да, ребята, если исчезает, значит, как бы, эта тачка сама здесь появилась. Ладно, но мне вот интересно, где я не был ты еще? Где я не был? Куда мне еще заехать-то? Я просто пытаюсь понять. Вот и у меня здесь тот же вопрос. Здесь нету, да. А байки были кого-нибудь сегодня? А? Уже не знаю. Пельмех? Нет. Не было, все, понял. Так, я вот просто езжу, ищу. Так, здесь красное, это что-то, какие-то лодки какие-то разбитые стоят. Мужики, а что это по поискам-то? Что по поискам? Что-то притормозилось? Что папе? Я не понимаю, что происходит. Так, здесь у нас тоже ничего нет. Ну, а, Димон, у тебя все были красные? Или какие-то, может быть, не красились? Что-нибудь такое было? Тоже не знаю. Да ты, ну, что ты все не знаешь? Что ты, это как этот, как шкет? Ну, это было бы изи для тебя. Да что изи? В смысле изи? В чем? Просто, типа, красилось, не красилось, и все? Ой, пролак не небольшой. Так, здесь нет ничего. Так, там две мои, получается, да, еще не нашли, если я правильно понимаю? Ну, по-моему, да. Я вот сколько... не знаю, что вообще... Или еще три. Где, я тоже не знаю, три или две. Короче, я пытаюсь понять, а сколько там... О, нашел зеленую. Нашел зеленую, отлично. Это моя, в принципе, шестая. И, ребята, я уже выполнил свой план. Внутри контейнера, как и Димка ставил, так в другом буквально стояло. Хорошо, это... А, получается, пельмехиных тачек больше нет. Все, все тачки пельмехи мы угнали. Все. А, осталось, получается, мои и Димкины. Угу. Ставил в Умонадс. В амунации? Я нет. Давайте, признайтесь. Я нет. Не помню. Я тоже не ставил. Хотя Димка так, не, а не помнит. Так, а это за байк? Подожди, в смысле у меня 5 машин? В смысле 5 машин у меня? Стоп, не понял я. У меня 5 машин? 5 машин. Раз, два, три, четыре. У меня 5 машин? Байки не считаются, поэтому как бы... А, у меня 5 машин! Байки не считаются. Даже не 6. Да. Ну, так, да. Пацаны, короче, нету а тачек... А если это не заменял, как мини-бот? А, ну, нет, если кто-то ставил, то да, то это считается. Но просто знаешь, как сделать? Смотри, через F2 пролетит насквозь. Если исчезнет, значит, это да, байк, блин, который... Ну, что ты подсказываешь-то? Я его почти забайтил, да, просто... на то, чтобы он его ставил. А, да ну! Я пытаюсь посмотреть название, я уже понял, что это ставил. А, серьезно? Да, я поставил байк. Ах ты фуфил, оказывается так. Кабан, кабан бегает по улицам. Пельмех, скажи, пожалуйста, сколько там тачек осталось моих и Димкиных для поисков, потому что... Контейнеры летают. Потому что интересно. У меня 5, я думал, у меня 6, у меня 5 только оказывается. Осталось, ребят, 2 минуты у нас, если что. Раз, два. Так, здесь это... пусто. Здесь не было. Раз, что, на отеле никто ничего не поставил? 4 красных. 4 красных? Три желтых. А, не, то есть... на базе стоит. А, все, понял. То есть, короче, еще Димкина есть. И мои есть. То есть... О, нашел. Че ты нашел? Отель. А че в отеле нашел? Отель? А я вот не знаю, что я нашел. Подскажи мне, что я нашел. Что я мог найти? В отеле? Не знаю, что ты мог, да, в отеле найти. А, я догадываюсь, скорее всего. Все, я понял. Ну ладно, я просто... Понял, да? Я это понял, да. Я-то интересно. Понял. Я-то понял, подожди. Не понял ты. Ну я нет, я вопрос только в том, а кто угнал тебя, что-то машину вез тут там просто с той стороны. Кого? Так я нашел в отеле. А, нашел это пельмеха нашел, да, я так понимаю? Хорошо, хорошо. А что, у тебя там стояло что-то в отеле или не стояло? Ну все, что там было, уже угнали там, поэтому все окей. Ладно, короче, я пытаюсь понять, где я еще тут... где я еще... Не как был, ребята, потому что начинается. Осталось 50 секунд. Осталось 50 секунд, ребят. Ладно, тоже отель прочекаю, потому что есть такое чувство, что здесь что-то еще осталось. Хотя это не точно. Если вы здесь оба были, то, скорее всего, здесь ничего не осталось уже. Но это не точно. Поэтому проехать стоит. Перепроверять, потому что я много чего не знаю. А, я понял тебя, хорошо. Так, ребят, осталось очень мало времени, но, в принципе, как бы 5 тачек у меня есть, мне этого как бы хватает, но... здесь серьезно, еще мы не это... нашли ее, нихера себе. Чего мы не нашли? Чего мы не нашли? Где-то есть, показывайся.
Осталось 15 секунд, да, время Пельмеха очень мало. Пельмеха мог бы найти прямо сейчас уже. Серьезно? Если бы отреагировал как надо. Да, серьезно. Где, 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 где? Покажите мне эту тачку, я ее не вижу. Осталось 3, 2, 1, время закончилось. Ну, короче, все. Развернитесь. Я не знаю, куда? Как вы ее нашли, ее отовсюду видно. На крыше? Ну нифига. Я здесь проезжал вот так вот как-то. Вот я ехал отсюда ее. Ну это я может видно. Подсказал. Ребят, таймкодики. Ее отсюда видно, вон жестко. Потому что, да, кстати, вообще ее видно реально отсюда. Но она просто слилась как-то, видимо. Как здесь вы очень это много давно красного. Не нашли, я не понял. Покажи, что мы там не нашли. Что, на приколе? Сколько у меня тачек осталось еще на поиск? Где? Ну! Я отлетел уже. Ну да. Здесь я до сих не доехал. А я прикинь, я вот здесь заехал и ехал вот с этой стороны, да? Окей. Я специально так и сделал. А я вот здесь вот выехал. Серьезно? Короче, пацаны, моя первая стоит вот здесь. Ну, это просто имба место и имба тачка, потому что она прям идеально встала под цвет песка. Она просто слилась, понимаете? Да, она тупо, она песчаная, она слилась с песками, это прям вообще идеально было, то есть ее не видно вот от слова совсем. Это первая, а вторая, ребят, тачка, это да, это прикол тоже, вот она, я знал об этом месте, что ее здесь просто не найдут, потому что она прикольно здесь стоит максимально. Понял? Я же тут проезжал, я же знал это место. Я знал, что именно если поставить ее пониже, то ее не видно будет. Как-то вот я ставлю каждый раз здесь, ее каждый раз здесь не находят. Песок. Это прикольно. Да, понимаю. Вот, по идее, все тачки мы показали, которые мы это не нашли. Обидно. Я, блин, знал про это место. Да, прикольно. Короче, что по тачкам получается? Подожди, мои 3 нашли? А, нет, 4, все правильно. Итак, я нашел 5 тачек, Димка нашел 5 тачек, Племеха 2 нашел тачки. Ну что же, у меня... Три еще байк, точно, да, прикольно. Итак, да. У меня здесь есть Ferrari, Noble, Dodge, RS-ка и Merz. А у Димки здесь есть Bugatti, короче, Finiro, Mercedes. Прикольненькие тачки есть, ребят, у меня и у вас. Давайте мы возьмем самые быстрые тачки и сделаем одно испытание, погнали. Давай. Окей, друзья, испытание под названием Drag Racing. И да, у меня это Mercedes какой-то обновленный. У Димки Финиру Пельмехи это вообще чит, вроде бы чит Nissan. Стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! О-о-о, шлифун. Пока, ема, Пельмеха. Пока. Чего? Что, Mercedes? Куда? Чего, скорость 430? Что? Диман, я ничего с ним не делал, то есть это, ну... Кто? Диман упал! Диман наш упал! Я перемеха обогнал, понимаешь? Чего? 430 скорость, все, финиш. Чего? Ребята, это МРС, это чтобы вы понимали, раньше он не был таким. Да что за приколы вообще? Это реально прикол, короче, какой-то. Ладно, друзья. Димка не поехал обратно. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачки и всем пока. Пока, ребят.